Посмотрим. Вот среда, посмотрим. Там в целом убить Алгалона и йога. Если будет мало людей, то просто йога. Да, это понятно. Йоксарона прям? Да, мы Визгса убили, да? Да. Да. Две тренировки. Ага. А пиздец, а сколько нам еще, кстати, трень нужно? Ну, в целом, блин, там осколков мало, вообще не было осколков. Ну, лучше уже получили. Так что нам еще этот, еще за трынем и ботинками ходить долго. Ну да. Слушай, ну, ладно. Ты что ты в мешке? В мешке, ой, танк у нас исполин, ты в ДД. Ну, постой, ну, только в сове. Ну, и дамажить еще будешь. Подхилилось. Минимум 10к. Ой, пиздец. Да слушай, да пускай мне эти будет. Сходи уже сюда. Бог реформа Вова предлагает. Мы железные уже убили. Ну типа за то, что мы не в хэме в этом когда убивали. Зависит от состава, да ладно. Будет 25 человек, будем. Да там и 20 можно убить, блин. Да ну я не хочу, блин, мы и так в 20 долго проходили в этот раз, даже в обычке. Вообще долго ульда было. Ну все приятное. Я обвиняю танка. А кто у нас танк был? Не помню, Дон какой-то. Не. Аддон, по-моему. Кара. А, да. Кару. Кару небесная? Ну, Кару, лок, который у нас есть. Я понял. Блядь, как мне долго грузится, ужас. России сохрани, Иисус Христос. И упасти от калькуляторов, безбожно. Админ, получается. Админ, да. Админ, да. А, бля, отлично, у меня вообще соединение взорвало теперь. Сука, нахуй Сирус, ненавижу, люблю это слово. Сейчас. Ничего себе. Да, этот, у меня соединение с интернетом, вот эта мразь, вот, когда у тебя интернет пропадает, это невозможно подключиться. Попробуйте перезагрузить клиент, вот эту вот херню, не знаю, зачем. Да. Блядь, нахер не сделали. Нахера просто, типа, зачем, нормально жили? Это вообще полный бред. Инновации, свидание. Вау, это, типа, единственная кнопка закрыть, типа, зачем вообще-то нужна? Вырубала бы уже полностью. Ну ладно, стойку смени. Сейчас. Знаешь, если надо бы позарить, чтобы он там Путин на ушко шепнул, чтобы пофиксил. Ну, кстати, Дайси, ты что тут у нас в Reddit, а? Не, они не пофиксят, они только цены на донат поднимут. Нахуй надо. Не знаю, если через Путина там по-другому все решается. Да? Не договорился? Ну так. Дайси. О, он Дайси. Молчит. Шифруется там. Давай там по красоте сделай. Ну сейчас должен быть топ ДПС, он разбил, я. Кто там орудует ботом, заказывает дядя Володя. О, заходит Дон, слышите? Где? В Дискорде у меня. Кто пойдет во второй рейд еще? Кто там писал, кто хочет? Ну все, пускай идет вместо меня. Волкро. Так у тебя спины есть, а ты и так во втором. Нет, кто сейчас в рейде, хочет еще во второй пойти, во вторник. Во вторник? Во вторник, да. Ну, в смысле, твином ты имеешь в виду? В смысле? Да, рейд можно пойти. У кого нет вот дринков, кто хочет пойти? У кого нет твинов, сейчас можно пойти во второй. А кто ходит твинками во второй, ну, типа, тот тени? Мой вариант. А чё, нам же ехать на слот, ты под кого еще хочешь? Да под Донта. Ну, под него же есть слот, на вторую пойти. Нет, а там Невер. А, все помню, извините. Подожди, Дон зашел, не зашел. Ну он мне в ПМ написал.
все, я загружаюсь. Ну, брат, загружаю, мне сейчас Вовку саму. Ой, слушай, мне нужно в лобби тогда сидеть, потому что Дон сейчас еще скажет, на ком ему идти. Общались там с своим белорусским, ничего не понятно. Пиздец вообще. У меня без КД остались только рог... А, роги нету, проходки. А, там, похуй, сейчас, подождите, я выберу этот по приору, кто пойдет во второй. У нас, кстати, совы нету, да? Меня на совет. Ну ты жук. Так, Гудлик у нас первый по приору пускай остается. Рос второй по приору пускай остается. Зоркий, Кару, Алмерия, Войн. Бля, нас встретить снизу, логичнее. Ну да. Синкай, Хант. У нас он один. Оптикс, Паладин. Оптикс, ты во вторник не сможешь. Исполин на Твине, Ван Дэй, Нарзик, Краштест. Ну, я сейчас перечисляю ники, Ван Дэй, Нарзик и Краштест. Кто из вас сможет во вторник? А, и Ован Дэй, да. Во вторник не сможешь. Не смогу. Еще Нарзик. Роск только к ДДшникам, кстати, вообще? А что, ты хочешь к вам пойти? Я ж хантом. Да, блять! Ты сказал, что ты ДКшка. Я забыл, что я поменялся с этим, с Ози. Я записывался там сегодня. Подожди, да, окей, Синкай, а ты сможешь этот Синкей? Да я могу на шамане пойти. Куда ты можешь пойти на шамане? Нахуй. Почти, я запутался, куда я кем отвечал. Сейчас я посмотрю, секундочку, извини. А второй рейд у меня фаунд, но сегодня ДКшка. Да не, не хочу тех, кто этот не сможет во вторник и качать. Не, смотри, если по хилам, допустим, все в порядке, я могу на вторник перейти. По хилам, слушай, возможно, у нас 4 хила. Идеальный карниз, и, ну, я смотрю, шаман тоже неплохо захиливает. Да, давай так, Невер, где ты? Потом, я если что, мы спекнем шаманизма. Шаманизм, ты похилишь, да? Ой, я вообще... Хреново хилить еще. А, блин, да? Подождите, а зачем, если мы в 4 хила, блин, вторым рейдом закрыли? Да, там типа не было никого из сильных хилов. Хотя нет, подожди, там же этот был. Кто там был? Голов хил? Не-не-не, холипал, хорошо хилил. Там два холипала было. Да-да-да. Там был спеллбаунт и кто-то еще. Не, спелл хорошо хилит. Это да. Ну все, заходи тогда, Карась, ты тогда в этот... Все, договорились. Да, хорошо. Все, во вторник. Вы там главное ЕП, если что, не забудьте мне навешать. Если сегодня раздача будет. Да-да-да. Ну, типа, во вторник будет раздача. А, ну и все, договорились. Но если не будет, то этот, ты знаешь, куда обращаться. В прокуратуру. Неплохо. Центральный суд Агримара. Он вне юрисдикции Орды. Так, кто хочет? Алмерия, Зорки и Рольте, кто пойдет в пати к хилам? Я пойду. Я говорю, Рольте. А он уже словесно выиграл Рольте. А, я в целом могу вас двоих скинуть. Кросс, кто хочет мне поставить шкаф и присмонить меня? Эти, Локи. Локи. Ну я сильно хочу, видишь? Гудлик, ты не пойдешь. Да я понял, что нам же сейчас не нужен, получается, последний хил. Так что вот так будет пока. А что ты кинул там перекинул, без шамана туда? Ты кельпа-то вернёт туда? Я не того перекинул, да. Иисус Христос. Ой. Все, здесь ребята. Ну все, Дон, ТРЛ, потому что я уже очень устал, пиздец, блин. Я столько здесь ТРЛ. Давайте дальше. Не-не-не. Ты помнишь, как я вообще в прошлый раз купил назначал? Посмотри, какой я целый рейд организовал. Блядь, я помогу. Не забадывай. Вот, Невер поможет.
Оле, 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 Дон вперед. Сейчас, сейчас револ прописываю. Если надо поставить метки, то только скажи, я поставлю. Начинай. Я поставлю. Все, ставь. Лучше. Не знаю, разберитесь сами. Рыба стоит. А рыба там, рыба под собой. Синкей, там. Отойди, пожалуйста. Синкей. Ага, спасибо. Опять кто-то свою жопу уселся на рыбу, да? Угу. Вам косточки в задницу не давят? Главное. Вкусненько. Это филешка. Так, Гудлик. У нас 4-2. Корнес, ты хилишь рейд идеальный. Ты хилишь кубы, квелд, ты на черепе. Я на луне. На треугольник давайте... Он кару, пусть будет. Давай ты будешь на треугольнике, на крестике. А нет, давайте два ханта. Треугольник Синкай, крестик Невер. В квадратике у нас будет кару. Он говорит, может вылететь. Хорошо, тогда будет. Давай, твой квадратик. По кастам смотрим. Дуат, ты смотришь, сбиваешь черепу, сразу возьми его в фокус. Мой треугольник. Луну у нас берет фокус Нарзик, квадратик Фейп, череп у нас остается на Исполина. Давайте, касты сбиваем, бомжи первые от Исполина, вторые от Дуата, третьи мои. По рейду фулл баф. Ух, рассказал скороговорку. Баскем пьем БК. Надеюсь, я не на кубах. Ну, еще не похавал, справа рыбку поставил. Сзади почту поставил, кому нужна, и джипсу туда же впихнул. Не благодарите, просто по 200 можете скинуть мне. Кидаем ему по 200 ГП и все. Да, 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 нормально. Ой. Готов. Готов. Отлично. Так, давайте, все готовы. Кто у нас танки еще раз? 5, 4, 3, 2, 1. Он же первые пошли. Почту ставил номер. Ну я почту поставил. Вы умрете. Косты, косты, косты. Окей, это накройте их хлопком. Откуда у них такие скиллы? Натуре. Нормально. Еще один появился. Ну, а то, наверное, научился. Ой, Донт научился правильно называть этот спал. И всем сразу понятно, что от них требуется. У меня ДБМ почему-то не... А, работает, 59 секунд еще. Да, ну супер много времени. Я поставлю его в луну. Ты там поспекай этих танков в ДД. А кто у нас танки? Я вообще не знал, что у нас есть танки еще. Тут твой хлеб отбирал. Ну, Исполин. Исполин, Исполин, давай в ДД. Переоденься, не забудь, 56 тысяч хп у тебя. Перенаденься. Экипировку смени. На кого перенаденься? Звучит как-то не очень. Бля, да. Ты что-то мне на метку поставил. Мы до конца держим, у нас друид ходит, хилит. Гера после пиратки будет. Да. Рос, давай твоя будет Гера, потому что я не шарю. Моя Гера? Ну ладно, я дам Геру. Паладиновская Гера самая сильная, говорят, что в Варкрафте. Так, у нас этот таймер пошел. 5 секунд. Правильно, Гера на весь бой. 5% всего. 2. 1. Дайте на пол. Узнал?
ЕП ты от меня увел, блядь, конечно. Я это к бомбу подвел. Да не любишь ты меня. Да вообще. Сейчас, наверное, снова буря не бьет. Да, меня это раздражает. Ну, не знаю, я рано, наверное, отошел, но похуй. Он, по-моему, в воздухе летит. Так, у нас 12 секунд. Давайте на платформу встали. 8. Нажали кубы. Кубы. Очень долго дают Эгеру. Анонса не было. Я 5 раз сказал, я что-то выключу на микро? Ни разу не сказал. Да, да, ни разу не сказал. А на пол, пожалуйста, в кубы давайте, я стою, держу, вы два раза больше бьете. А, но у меня что-то сломалось. Так, я бью в кубе. Куда? Ну, у нас есть 2 роги. Ребят, сори, я сейчас поверну его чуть-чуть. Потому что мне там супер неудобно. Ну, он типа не просто плевать. В куб стоит, я типа еле как прокликал. Что я его, ну... Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу, понятно. Ну да, 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 да. А, Optics, он клевает. А разве не хлями? Он везде шлевает. Не знаю, ни разу не делал. 10 секунд. Подготовились. Нет, нет, 13. После откидывания заходим. Какой у тебя ДБМ? Правильный. 5 секунд. Неплохо. Нажали. Нажали, нажали. Скинь потом в эти вадоны. А он, я с вадона выбрал. А у меня он неправильно работает. Да, да, Оптикс, у меня тоже буря не бьет. Это 4 в пизду идет. А подкиньте меня, ой, как страшно. Нужно написать баг-репорт, ну типа кому не впадло это сделать. Кто там всех хочет лишние бонусы? Если они вообще даются. Да плевать, типа это магик бесполезный, поэтому смысл писать баг-репорт. У меня настройки вроде сбросились, у меня у всех перестали показывать эти и проценты, и это. Только хп-шку. 10 секунд. 5. Пост. Ой, больно мне. Вот урок. Боль. Идеально, я понимаю, что ты хорошо хилишь, но типа я на танке не играл, тебя еще не чувствовал, поэтому не могу тебе довериться полностью. Спелл тотем на ману поставь. Но Квалт меня не слышит. Все, дальше сами добивайте, я пошел. Ладно, мы дальше сами добьем, можете. Тотемы разбились, давайте на кубы встаем, там стоим. 15 секунд у меня показывает. Да, так и есть. После третьего куба сбивается таймер. 7. Подходите к кубам уже. Но может быть позже. Да, где-то секунды 3-4 еще есть. Больше. Только на саму платформу не заходите, нажимайте. Отлично. Все, побежали побеждать. Блять, меня закинуло. Меня откинуло. Понятно. Таймеры. Ну что это такое? Что случилось? Ну, я побежал добивать уже такой на радостях, а меня откидывать начинают, мразь это.
Так, а что у нас с лидером? Ой, с этим Сровом. ПГП. Ну, я понимаю, где он. Ух ты, там маунт упал. Так, ну маунт, все это, ну, вы знаете, кому он уходит. А маунта нет, типа? Нет, разрули. Не, маунт, конечно же, мне, потому что я сам ЧСВ игрок, которому больше всего нужен. Ну, уж знаете, ёбнутый. Все, я тебе этот назначил. Mm-hmm. Ух ты, Корнес, что за пушка? Ё-моё, ты откуда? Ты да там как? Этот, Валк, дракон, который пустоты. Ну, короче, давайте, за них все пищи. Сначала голова. Костик. У нас там 150 ГПшки хочет. Крит хаст. Что-то там еще. Что-то там дает. Ловкость, на силы нету кольца, ловкость, меткость, крит. Есть на силу. Сила, там крит мастера. Ух ты, не знал, не шарю. Нету там кольца, что ты врешь? Сила, защита, уклонение. Хаст спирит. Крит хаст СПД и меткость, ловкость. Крит мастера. Сивы вы видите? Вот, чат легко. А где вы? У меня аддон не показывает его. От вас вот. Слушай, хотя Корнес, не знаю, ну так смотрится, если честно. Типа щит не в кассу какой-то. Тебе нужно другой какой-то круглый. И типа сет поменять на какой-то такой тоже серебристый. Критхаст. РДДшная. Ну там у Кубова, по-моему, больше приорн. Ну типа, не знаю, такой этот шмот, как будто, ну, блин. Типа, знаешь, секонд-хенд одевался. Короче, ой, господи. Дети собак с Tomorrow Sunday. Держи. Очень долго влетите пока что. Давайте мало второго всем. Второго. Кто там соточку выкинет? Сейчас, секунду. Да какие три? 97, Гудлик. Гудлик. Кто там на меня рулит? Гудлик, да. Гудлик не царули, да. Гудлик, куплю маунта за 10к. Ну, кстати, да, это нет, даже он... симпатичный дракончик по сравнению с этими аниксиями и так далее. Да, нет, честно. Это даже скрыли пустоты, которые реально симпатичнее. Так, Гудлик, тебя в инсте нету. Я себе скидываю, но понимаешь, что, возможно, я его тебе не передам просто. Наргобу пишите, Гудлик Кубов. Хуйню пишите, пацаны. Как продам за сотку, написал. Понятно. Блять, убили его за 15 голды. Давайте у нас чест, паладин, рок, шаман. Чувай, ну, блядь, 18 приора. Ужас. Сомневаюсь, что кто-то больше, чем Айнан есть. У нас. Что у нас там с жезлом? Кастер. Жезл бисовый. Угу. Все кастера с топ-приором не хотят забирать. Угу. Тупцы. Да он там блядь, дает. Самая там... проверенная тактика лутать все подряд. Этот жезл дает на, по-моему, 5 СПД больше, и там еще по 3 крита и 3 хоста. Я сегодня. Подожди, наверное. А жезл 150? 32. Раз. А, вроде. Обычный шмот магии Гроу, да? Это ж никогда не пухло. Бля, ты меня рискили этого этой хуйни, блядь. Это шмот. Так, Исполин, отключи вот это все, что у тебя там пишет. Ну, совсем нехорошо. А чего Исполин пишет? Ну, посмотри группу. Ты вред смотри, ты в группу не смотри. Ну, у меня чат на пол это улетел. Шаманы, пояс. Убери своего из своей пати, оставь его ко мне, я буду читать, что он пишет. Если тоже что-то приятное. Так это дерьмовый пояс. Лучше нету просто на шаманов. Ну, а имеет смысл брать вот скрит МБ5? Типа, куда? Не туда, не туда. Потому что статы. Ну, хуй знает, типа, блядь. Крит МБ5, по-моему, совсем несовместимо. Тут, блядь, возле инста встать не дают. Да тут везде эти зарыгалы стоят. Давайте, сумон. А, исполин в танка. Я релов быстренько делаю. Исполин не присумонится. И войд в танка. В смысле он не присумонится?
Нет, конечно. А просто дальше отойти там можно. В смысле, вы у крыла умираете? Типа ты один раз встань подальше, потом еще раз встань. Нет, я взлетаю, ДК дергает к себе, блядь, и факову ставит, и все. Взлетаю лучше. Вы у крыла умираете или это у маджика? У магика. Так давайте вы зайдем и все вместе выйдем. Ну тут на груле уже, да, часть. Так тогда локов поставьте, ну чё вы тут придумываете? Локов они пока нет. Не могут. А там можно заранее, типа, подрез давать сам. Ну да. А тут спрячься. Да. Ну у нас локов нету пока в инсте. И пока не предвидится. Год для крыти только. Пока не так. Народ, а Алгалона мы будем убивать? Просто это с собранием понятно, на ХМ можно не рассчитывать, а Алгалон? То же самое от состава зависит. Бля. С нормальным составом? Вот 239 шмот так-то лучше, чем 245 там по статам. Базара ноль, как бы. Мы знаем. А, у нас есть черный колдун. Черный колдун, инст, быстрее, пожалуйста. Годлик летит. Годлик летит даже. Просто с резом, если заходим, вы из инста сумолимся. Ну, вообще, да, в принципе. Годлик, шкаф поставь, пожалуйста. Да, Валк, но у меня сейчас совсем не до этого. Как его зовут? Скажи, Джей. Это там он был. Идите, пожалуйста. У меня эльф бездна забагался. У меня что, полностью черные волосы? Хорошо, Кубу. Прессуйте кого сам, пожалуйста. Я не знаю, если с духа успею резнуться. А, ну, давай сейчас я тебя начну самонить. Да. И скажу, когда. Резайся. Это не вовремя. Нормально. Еще раз. Я получил. Нормально. Ну, я отвлек на себя, получается. Да, теперь еще 4 метра нужно. У тебя еще секунды шли, шли зорки? Я только резнулся, но мне сразу, блядь, шаманы. Ну, да это шованным мрази вот эти вот конченые стоят, блядь, под инстом. Которые, блядь, по острову бегают от нас, блядь. Знаешь, как за у тебя будет доступна кнопка? Резно. Не верну, короче. Ну, я далеко отбежал, может, сидеть. Я за 2 секунды скажу рез, если там, примерно, через секунду нажимай. А что с Донтом произошло? Что-то из сети вышел. Я уже тут. Так, у нас только зоркого не хватает, получается. Угу. Минуту еще. Ну пойдем чистить там... пока. Один кто-нибудь останется сейчас. Ну, а босс этот переоделся в Вара. Ой, в Фурика опять. Север, останешься, ренейм... короче? Да, да, да. Он опять ренейм сделал. Ну да. Угу. Притом какой-то непонятный. Но мы предполагаем, что там с Абулой что-то связано. Я позбиваю без метки. Да, ты со мной, ты тут? Тыкнуть сможешь?
Так, у меня 20 секунд. Блять, у меня все ушли. Нет. Фейба тоже нету. Дуат, пойдем со мной, возвращайся, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Пойдем. Сейчас, стой. Чё я здесь съебался? Съебался? Съебись дальше еще. Полетел с ума. Все. Надо по стриму их спалить и просто поставить загангать этих уродов конченых. Дай, блядь, ну. Да, блядь, чё они, блядь, охуели совсем, что ли, блядь? Уже не первый раз просто повторяется. Наверное, так забавно горишь с ПВПшки. Да нет, не с ПВПшки, но это кончено. Ну, типа, ну серьезно, стоит над трупом просто, не дает встать. Поставьте всю хуйню. Типа, ПВПшки. Это как в Бладбате, типа, на ТП стоять, короче, и всех гасить. Ну, типа, на аренде на БГ нихуя не могут, а, блядь, а тут можно поприкалываться, поиздеваться. Может, и могут, вот и мат, не знаем. Не знаю, статистики их нет, значит, ничего не могут. Ну, да мы сами так же делали, в УЗИКАРе стояли и били. Сейчас что, кому что предъявлять-то? Все так делают. Над трупами стояли, типа, в течение сколько? Вот, 4 минуты резнуться не может человек. Такое. Так, дай побомбить, да. Все, Невер, давай. Вапку и каску, пожалуйста. Пидоры, блядь! Ну так. Каску магом, пожалуйста. Вызывайте череп, у нас есть крестик. Ну, Войд, твой вот этот вот квадрат большой. У кого есть этот огненный? Ой, нет, мех арктический. Чё? Арктический мех есть у кого-нибудь? С собой нету. Так, Кудлик, я думал, ты мне хочешь ждать, а ты за маунтом. Понятно все. Давайте я Дживса даже поставлю. Может, кто-то в банке есть. Очень надо, куплю. Три тысячи голды стоит, да, вроде сейчас? Три тысячи голды? Ну, по-моему, пятерка была последний раз, когда чекал. Да? Чего? 5000 практически мех стоит? Да 230 голды он стоит. Что-то вы как-то не то. Бля, ребята, есть у кого масло на милика? Я в банке забыл. Мне одно надо. В банке ты его через Дживса возьмешь. Да если инжа у него есть. Он только для инженерии, если что. Блин, снимите мне ГП, я отдал голову, пожалуйста. Нихуя себе. Точно, сейчас забыл. Кто там следующий забирает? Да ее никто больше не хотел. 5 роллов. Это на токен было, ты чё? Ой, не знаю, я ревогался, у меня его дисконнектовал, поэтому посмотрелся я в чат. Если есть, то ну, у меня голова. О, нифига себе. А как снять его теперь? У меня только кубок. Ну вот, я там же. Это абуз получается, смотрите. Ну ладно. Надо разжаловать шаманизм, а там душит всех. Я вообще попробую, а кассерла уже можно типа начислять? Не знал. Темной ночью, после просмотра аниме шаманизм, всем начислил ГП. Так и будет, да. Мы не у кафрасов прошли. Лапка тоже есть, все отлично. Я стою на черепке с крестиком и с полин. У нас треугольником будет квадратик. Играем в черепочек. Геру мы даем со старта. Невер, что это у тебя с плечами? В смысле? Ага. Стой на месте. Чё? Чё ты там в донате? Ладно, короче, потом посмотрим. Очень интересно, но потом. А, давайте Ярчак. Это ДБМП. Что за фишка минус? Я с СУ нормально. Давайте быстрее на полу-бу-бу! Все готовы. ТБМ. 7. 5. 4. 3. 2. 2. 5. 1. 6. Ой, дурак.
Гибем, пацаны, давайте. Пиздец, я не то сделал, я собаку. Черепочек, нажал, пьем черепочек, черепочек. Значит, интернет вылетает. Бля, макрос собаку нажал, а собаку не призвал. Если я сейчас... Ну, сбивается. А ну, пацаны, никто не контролит все, может она, типа, кто еще пытается своровать? Я вылетел. Исполин, забери череп с крестиком. Добивайте Вока быстрее. Войт, помоги ему лучше, ты, наверное. Исполина прохильте. Не хочу умирать, мама. Все, найс. Блин. По кресту играйте. Не трогай, да он сам дает. Я с Корнесом выстрел. Войд, прожмись, залей иннер Корнесу. Исполин, короля заберешь потом? Да. Угу. Ну, так удобнее будет. Тотем на ману. Гигаснип гейм на ману. Блядь, скажите квелт. Ага, сам поставил. Слепоглазый? Плевать, давайте в треугольник. Так, по-моему, слепоглаз откидывает. Луну, давайте. Кегля. Подходи его к стене, типа мы станем в лицо, чтобы мелики не летали. А куда да угодно. В смысле превращения? Ну, мразь. Чего? Это хуёвая стена. Обычно туда между досок отводят, ну ладно. Вон, да. Видишь, у меня там бесы там, ну ладно. Ну да. Фланд, а зачем ты встал, если этот... Меня потянул, я не сможешь. Ну так нет, тебе не нужно было реконнектиться, пока мы не убили. Я зашел на аккаунт, а у меня уже труп. Ну, спирит. Ну ты просто этот, сейчас мы будем добивать, там сундук. Да. Вы, кстати, вы знали, что на Мактеридона, если вас выкинут, на 30% босса, когда потолок обваливается, можно в инст зайти? Да. Да. Охуенная инфа. Нет. Пугарейди сегодня встретили. Ну, расскажи нам. Ну, это пугарейдовцы, как говорятся. Подожди, винс зайти и что? Типа, ты, там же закрыта дверь, нет? Нет. Ты можешь зайти, ты полутаешь ВД и полутаешь, типа, босса. Ну, ты можешь шмотки забрать. Прикольно. Также обычно пишут, что, типа, ну, доступ закрыт, типа, там идет бой, а так не пишет, типа. С потолка. Просто в нормальных рейдах такого, ну, такое ты не проедешь. То же самое, как у магика инрейдж 30 минут. То есть после 30 минут он становится в берсу. Мы его били 30 минут, пацаны, да-да. Все, вдвоем, что ли? Нет. Мы, по-моему, все там 210-го были. А как его, типа, вдвоем можно бить, там же нужно минимум 5. Ну вообще, да. Вообще, у него гости из 2. Интересно, боссы проживет больше 40 секунд? Стоит ждать босса или не надо? Конечно, проживет еще. Ну все. Слава богу. Так, мне зазвонил телефон, я отойду. Это слон? Что? Айболит. Что? Сказку знаешь? Какую? Что?
Задушил, знаю. Оптикса задушил. Да, это была смерть. Зовите Айболита, ребят. Оптиксу плохо. Так, кто умер там? Кого-нибудь? Там коммунизм, все, шаманизм. Шо, я жив. Давайте каламбуры придумывать к никам. Знаешь, да, БР коммунизма звучит, конечно, оптимистично. Слушай, нужно персонажа с ником коммунизм сделать, когда типа этот идет макрос, типа возрождение на коммунизм. И сразу стала такая встала, да? Можно и рейли. Курски, возможно, есть. Я вчера приносил домой несколько пачек. А что там Дон? А, Дон там дерется, по-моему, с кем-то на улице. Вот здесь точно должно быть. У меня идеальный БР, но я встал. Но выяснить не могу зайти. Идеально. Да. А если не лутать ящик, то... Да, не трогайте. Конечно, просто не открывайте его и все. Отведите вообще его лучше от греха подальше, от хитрых рук. Куда-нибудь вправо. Да, вправо куда-нибудь, вот, хорошо. А вообще можешь по кругу его водить, нормально. Да, вообще, типа, погнали к выходу, погнали, к Донту. Погнали к Донту, приведем, скажем, забирай, заходи быстрее. Его по кругу, но нежно, чтобы он не обиделся. Не подходите. Кубоп, уйди. А ну... Он нюхает плечи, блин. Уйди. Все здесь? Да. Ничего. Ура! Ничего. Блядь, не упало. Оптаекс. Тут шаманизм нахуй ворвался, блядь, 22. Сейчас я приму эту стрелу, сделаю, там сейчас запакалось. Да. Нихуя исполин красивый. Не, давай ты в мишке, а исполин лучше в этого. Он же милишник. Он больше не дамажит. Рос, у меня забагался, распределяй сам. Нет. Ой, я знаю, что на грула в этого вафлика спекнуть. Все, глухо. Чего? Говорю, вафлика можно спекнуться на грула? Кубок, да делай, что хочешь. Понял, все. Я вообще за то, чтобы ты делал все, что тебе хочется в этой жизни. Разденься, играй в трусах. Ты вот это аккуратнее. Не там он числяешь, Дон. Что у тебя лома? Или что там? Айна, накосячил. Трансмог другой, не понравился. Шаманизм почини. Мне отобрали звание, Рос отобрался, сволочь. Вот так вот, блин. Мне будут уже все начислил бы сейчас. Да понятно, да. Так, сейчас я Айнана хочу найти, где он. Заценим, какой он сегодня. Милый, скромный, добрый или красивый. Это бывает. Так, это его синий сет, по-моему. Да из текилы и водки, что ли? Гля, у него, ну, нормально прям сейчас вот, типа, особенно посох такой, типа, булава красивая прям. Прям вот очень хорошо смотрится. Я ставлю Айнуну сегодня 5. Что за модный приговор в Риме? Серьезно, а что тебя закрыли? Да, что закрыли, кстати? Да, забейте это. Пацаны, а стол кадор, это хуйня. Да не его откуда это в этом в конкурсе поучаствовал в сирусовском. На поиск вот этих вот мест, которые они там загадывают. Серьезно? Алло, Донт. Да, а за что ты начислил Айну на 150? За голову. Какую? Которую он забрал. Тут кто делает релок. Можно мне звание Валькирии поставить? Ой, да. Мне туда. Тебе нельзя. Да в смысле? Кубоба есть паладин, а у тебя нету. У меня есть паладин.
Но не считается. В смысле не считается? Ты не половина душа. Сбивай без мужчин. Я люблю мужчин, что тебе еще нужно? Все. Как, гармонизм? Ау. Нащупывать. Все правильно. Такая штука, пацаны, что там? Транс у тебя просто охуеннейшая. Бля, у нас скоро половина уже всех пинов поодевают, а все спеки поодевают. А надевают. Одевают спеки. А надевают шмот. Одевают. Одевают мне то, что... Нахуй вы ведетесь на это говно, вы понимаете? Чуть-чуть он поймет, что... Пацаны, смотрите, я кое-что делаем кольчужный, критхаст. Кстати, прикольный. На ханта, бисовый. Нет, без понта. Ну, похуй, пускай лежат. Некрасивые. Можете на распутать кому-нибудь? Нет, нет, нет. 45-й шмотки будем оставлять в сундуке. Мне кажется, это прикольней. Что такое Тенка? Это молодой явно. Дон добрал какого-то нового чувака. Там, по-моему, у нас был, но это не точно. 10-й шмотки. Я такого не помню. Кто? Какой-то лог с 3-4. У меня тоже. Чё за фигня? Ой, да вы все его займитесь, пока он ЕП не копит. Так, каски, кулаки, все есть, все, может... 4 надо копить. Там всё хуйню. А, суммануть там кого-то просит. Скорее всего, в двух контентах лутанёмся, пока он накопит ЕП. Быстрее как ходить будет. Ну да. Если с льдой, то изи. С льдой изи, согласен. Дайте рыбку. Ой, ты чё хочешь, делай. Ну, а если ты сможешь забрать с Донта, то забирай. Да. О-о-о-о-о-о. Ну давай. Драка. Я варом танчу первым. Драка. Драка. Вторым ДКшка был. Так, подождите, стойте. Чё у нас происходит? Мы убиваем кого-то или завтра? У нас рыбы нет. Все, ребят, вопросы к Донту. Вон рыба стоит на камне. Где? Ой, блядь. Тебе здесь ничего делать не надо, просто стой это и щеку подставляй. Кого нет, на улице, вы мне скажите? А меня на пулю. Все понятно, у тебя... Войд, надо драться. Жадина, жадина, фу-фу-фу-фу-фу. О, сварюга, верни звание. А зачем ты звание? А вот что было? Не, а вдруг ты будешь себе ЕП начислять? А можно мне фу-аниме сделать? Журнал же напишет, алё. Да все, все, ребят, погнали, погнали. Вот. Все готовы. Никто не пуляйте раньше 5, времени. 4, 3. Бля, издеваетесь, что ли? Охуенно. Чё за бред? А вы умеете, ребят? Ведь мы когда-нибудь этого босса вовремя принём? Не, мы просто хотим на таймер, короче. Побыстрее. Ну так типа быстрее будет, все припоты выпьют. Ну, шутка. Но это не точно. Конечно, да. У нас же совух есть, да? Ну, типа да. Нету. Разбежались. Повесьте их кто-нибудь? Все понятно. Ой, смотрите, а мы заморожены, а Афлик дамажит. Геру. У нас минус 2. Кару Гудвик. Не умудрились. Мишка. Так вы же, как обычно, там в толпу встали. Стоите. Ой, Ро, слушай, сбрось агро, брат. Ты сейчас умрешь. На пулы в мишку отдайте. Блять, ну, уже в тебя один отдал. Ой, ты следующий. А все, ему уже хватает. На миллион агро. Так, идеальный БР Гудлика. 30 секунд КД. Окей, гейнбой у тебя есть?
Не, у него КД. 50 секунд. У него 50 секунд. Прожмешься, БРнишь этого. Дайся, дайся. Как тебе мутик? Ретрика перегоняет? Дай себе кинжалы полуты. Да хотя бы на одном боссе, хоть на ком-то. Магика не нужно смотреть дайса, потому что этот, ну, не работает паладин на нем. Ну что, ссылка выйдет? На сурке проверить. Да, это ссылка, я уже буду локом 4-4. Сколько? Да в 4. Сколько? В 4. Сколько, сколько? Душишь. Ну да. Да ёбнутое настроение. Сегодня в кару полутал просто, блядь, КД. Глушняк просто. Разбежались. Вы умрете. Блин, Кару, ты не близко стоишь? Бля, у меня и хастпота нету, спасибо тем, кто спулил. Ой, слушай, Зорки, у тебя есть хастпот? Ты там рядом, да, стоите, хуй, чтобы он тебе передал в бою? Да, да, да. Блин, это жесткий. Чё, подожди. А, блин, ладно, забей, у меня этот... У меня багнулся. Ну да. Да, не сработает, наверное, сейчас. Ну да, он в комбате. Давай обратно, да. Ну ладно, видишь. Сам ублюдский босс, блядь. А мне нравится. Когда стаки слетают, блядь, из-за узел. Разбежались. Ребят, уверенно в десяточку вхожу. Дай тотем на моду, пожалуйста. Уверенно вышел из десяточки, ребят. В смысле, вернулся. Боб, хватит туда-сюда ходить. Да у меня тут завал. Брат, уверенно по жизни двигайся. Что, мне что, ходить, что ли? О, нормально. А как вы меня перегнали в конце? Вы чё? Тупи пизда. Задушили. Давай я был. Бля, опять паладина. Бля, метательная можно взять? Да, ханта. Вроде сильная. Блять, почему хан, кстати, не может, блядь, метательно носить, блядь, бесплатные стрелы, блядь. Он, кстати, очень давно не падал до нормального лута.